Приветствую, с вами Алексей Полянский, и сегодня мы рассмотрим текстовые функции. И первая функция, которую мы рассмотрим, это прописное начало. Пишется она следующим образом. PropNatch, и указываем ячейку, которую мы хотели, чтобы была написана с большой буквы. Нажимаем Enter. Следующая функция, если нам наоборот, нужно заглавные буквы перевести в строчные. Пишется она строчно, то есть понедельник сейчас будет написан с маленькой буквы. Допустим, если у нас есть сокращение, и его нужно писать с большой буквы, мы пишем функцию прописан. То есть все буквы у нас будут прописными. Смотрим. Есть. Дальше у нас идет очень интересная функция, и она часто используется. Это функция сцепить. То есть она сцепляет два текста. То есть первое, амурское. Ставим точку с запятой. Знак пробела у нас здесь пишется в двойных кавычках. И ставим второе значение, это область. И как альтернативу можно использовать знак амперсанд. То есть, по сути, он делает то же самое. Мы также выделяем ячейку амурская, ставим знак амперсанда, Shift-C на английской раскладке. Затем также ставим пробел в двойных кавычках. Также знак амперсанда. И у нас получается тот же результат, что и был через функцию сцепить. С вами был Полянский Алексей. Если это видео было вам полезно, ставьте палец вверх. Всего доброго. До свидания.